На прошлой неделе DE пригласили представителей игровой прессы для того, чтобы показать им новую войну. И вчера мы получили целую волну материала про грядущую обнову, потому давайте разбираться, что к чему. Для начала есть Prime доступ. Мы уже знали про Хэру и Кару, но фармануть можно будет и позолоченный предвестник, хотя нам его так и не показали. Что касается аксессуаров, то купить можно будет Снадану Наве и костюм оператора Templar Prime. Странно, что от самих разрабов до сих пор нет нормального объявления Prime доступа. Вся эта информация поступила от прессы. Затем есть куча инфы непосредственно про новую войну, потому советую уходить, если боитесь спойлеров. В первую очередь есть тизер первого акта новой войны. Сразу скажу, что новая война как квест выйдет 15 декабря целиком и полностью. Раньше нас предупреждали, что таких акта будет 3. Показать нам решили первый акт, чтобы сильно не спойлерить. Начнется все с космической битвы против владеющих, где на нашей стороне также будут выступать Гарнир и Корпус. Затем мы выстрелим Тэшна в космос, чтобы тот проник на материнский корабль для отключения реактора Форфикса, который подавляет возможность Тэна использовать фреймы. В этот же момент мы и получим управление Тэшном. DE разослали творцам запись геймплея на более новой версии игры. По большому счету это никак не отличается от показанного на Танаконе. Однако есть и некоторые подсказки интерфейса, типа возможности смены стойки для переключения типа урона и применения глефа для преодоления обрывов. Также можно послушать некоторую озвучку и музыку. Именно в первом акте будет переключаться управление на новых игровых персонажей типа Тэшна, Кахла и Веса. Такой прием решили использовать, чтобы лучше передать дух начала войны, ведь для Тэна такая мясорубка не сильно отличается от обычных дней. Ребекка заверяет, что Ролл Джек и Некромех сильно прокачивать не нужно для прохождения квеста. Касается это и привычной снаряги, на остальной путь вас тащить не будут, но квест можно будет пройти только в одиночку. Парацессис нам брать не понадобится, решили не пугать новичков ценой крафта. Что касается некромехов, то они сыграют важную роль в определенном моменте сюжета. На тизере первого акта был отрывок с оператором на равнинах Эйдолона. Выглядит так, будто фрейм отключен, потому тут и может сгодиться мех. Что касается остальных двух актов, то их раскрывать не спешат, но второй акт будет самым долгим. Здесь должны появиться сталкеры и Ханхоу, также мы посетим Зариман 10.0. Тут разместят некий урок, посвященный разным идеям о концепции времени. Учителем выступает Цефалон Мелика. Например, есть модель презентизма, которая представляет линейное понятие времени. Эту модель определяют ложной и устаревшей. В качестве ее замены есть модель этернализма, основанная на возможности путешествовать сквозь измерения и время, используя бездну, что указывает на возможность противоречивых или соревнующихся реальностей, которые сосуществуют. Мне кажется, что нас таким образом будут подводить к парадоксу Дувири. После этой коллекции мы пройдем небольшой тест, а затем нас поведут смотреть на нечто типа прыжка корабля в бездну, после чего презентация закончилась. При создании таких небоевых фрагментов повествования, разрабы вдохновлялись игрой Persona 5, особенно в моменте с классной комнатой. Что касается третьего акта, то вообще ничего не известно. Однако нас ждет один очень важный выбор в конце. При прохождении у нас будет возможность выбирать разные варианты, как и в других квестах такого типа. Будет вовлечена и система кармы с Луной, Солнцем и нейтральным вариантами. Такая система кармы представляется нам возможностью для игрока рассказать свою историю, потому при выборе вариантов нас не заставит уходить лишь в направлении Солнца или Луны. Значения этих символов тоже решают сами игроки. Открытие контента не будет привязано к разным вариантам, мы лишь знаем, что наши выборы будут учтены. В качестве примера озвучили игры типа Ведьмак 3 и Mass Effect 3, где старые решения могут повлиять на исход, здесь такое не хотят делать. Кстати, актеров озвучки оператора таки поменяли. Нам дадут выбрать среди двух мужских и женских операторов на новой войне, причем они будут отражать наши состоявшиеся решения. Что касается последствий, то старый контент не будет задет, а новую локацию или планету не добавят. Однако останется некий шрам на изначальной системе, плюс некоторый контент так и будет после прохождения квеста, например, связанный с фармом частей Калибана. Чертеж его мы получим за прохождение новой войны. Можно будет и купить его в магазине за платину. Также нам напомнили про скины в стиле владеющих разумом, например, электролист для Вольта превращает фрейма в пустую электрокамеру, а прожектилист для Миссы поставляется со скином для регуляторов. Нам также предоставили запись геймплея, где можно получше рассмотреть способности Калибана. Например, Вихрь Смерти таки является крутилкой наподобие Ревенанта, только без лазеров. Ярость Разума, напоминающая Топа Трина, будет способностью для Гельминта. Что касается призыва конкулистов, то они могут восстанавливать читы сверх нормы, но пока что трудно сказать, насколько они полезны.
полезны. Ульта создает широкие лучи для подрыва, снимая броню врагам. Выглядит неплохо, но придется стоять на месте, пока луч не закончится. Пассивка является встроенной адаптацией для себя и союзников в радиусе синтеза. Пока что не буду делать поспешные выводы, ибо полезность под вопросом. Плюс кажется, будто Калибан украл навыки других фреймов. Пока что неизвестно, откроются ли новые механики или игровые режимы после прохождения квеста. Однако нам заявили, что основной упор обновления идет именно на сам квест. Первое прохождение у Ребекки заняло 4 часа и 45 минут. Интересно, что планируются некие изменения баланса для операторов на следующий год. Что касается появления новой открытой локации, то разрабы абсолютно намерены этим заняться. Про RTX и DLSS планов никаких нет, но кроссплатформа и мобильная версия все еще ожидается в году следующем. В целом же новая война будет рубежом, или же основанием, на котором разместят весь будущий контент игры. Вы могли заметить, что на данный момент многие обновления не связаны между собой. Можно было игнорировать Роллджек с некромехами, или не посещать открытые локации. Теперь же разрабы хотят обобщить разный контент, чтобы упростить подачу будущего контента, где все игроки будут на едином основании. Свяжут вместе и разные сюжетные зацепки, которые появились от второго сна до цепей Хэроу. Также новая война должна ответить на вопросы об истинной личности Лотос и про ее отношения с владеющими разумом. Ее сюжетная линия наконец должна завершиться. Тут же мы узнаем, как Вар будет дальше развиваться, причем без какой-либо неопределенности. Что касается применения системы кармы и необычных игровых персонажей в будущем, то разрабы пока что не знают, будут ли снова таким заниматься. Как вы можете помнить, новую войну изначально объявили еще в 2018 году. Коронавирус внес свои коррективы. Например, после перехода на удаленный режим работы, разработка новой войны остановилась на полгода, и в качестве альтернативы мы получили сердце Деймоса. Но в итоге размах квеста увеличился, и появились персонажи типа Кахла и Веса, которых изначально не было. Осталось только дождаться 15 декабря, чтобы начать во всем лично разбираться. И на этом от меня все, потому всем всего, всем удачи и всем пока.